дам две разметки, среднезрачковую и авторскую куполообразную технику. Значит, что такое среднезрачковая разметка? Помним, мы можем ее использовать тогда, когда у нас с вами нет отека в области нижнего века, и когда у нас зависимости, да, то есть будем подбирать, как смотрим про скуловую связку, да, в зависимости от пациенты, смотрим, где у нас с вами скуловая связка. Просим пациента смотреть вперед, проводим горизонтальную линию, вот. Так, то ли нос у меня уже длинный, то ли скуловая кольца. И крыло носа, козелок. Вот. Да, вот, здесь она у меня получилась вот тут.